деревню приехали. Пойдем сейчас по садам гулять. Очень большая территория. Так, нам надо $5 с человека заплатить. Сейчас нам. No, first time. Oh, first time, welcome. Yes, $10, yep, right. Okay. To you. Thank you. Here is your receipt for your $2 coupon that you're going to receive right over there by those red umbrellas, okay? Okay, thank you. You have about an hour to redeem that. Here is your map of the farm. There's some rules on the back. Uh-huh. You're going to follow the arrows and the boys in the parking lot to park, okay? Okay, thank have you. Fun. Bye-bye. Так, вот тут вот, смотри, как много машин. Сегодня понедельник, но так много машин. Хорошее местечко, правда? Приятное такое. Сейчас нас молодой человек порекомендует, куда припарковаться. Вот он разводящий тут. Так, стоп. Пропускает машину. Став. Так. Окей. Thank you. Хороший мальчик. А куда нам припарковаться? Все занято. А, вот тут второй мальчик. Второй мальчик разводящий. Very good. Так, все, заснимаю. Как вот сюда. Вон туда. Yeah, okay. Всем привет-привет. Всем добрый день. Нью-Йорк с вами. Осень 19-го года. Сегодня мы в деревне. Примерно 1,5 часа от Нью-Йорка на север, в горной местности, приехали на ферму, фарм, на фарм приехали. В общем, будем сегодня с вами тут гулять, собирать овощи, фрукты и дышать свежим воздушком. Так что... Так, а что тут? Сейчас нам надо вот здесь вот сориентироваться и взять. Ты билет-то взял? Билет-то взял? Вот это пес. Ой, красавчик. Ой. Так, ну что, куда пойдем? Так, ну пойдем куда, не знаю, куда пойдем. Ну пойдем туда гулять. Мы взяли пакеты в кучу. Короче, пойдем смотреть, что хоть тут. Пойдем в овощи сначала, туда направо. Сначала сейчас будут тут эти яблочки всякий раз. Тут весело, так весело, обалдеть. Ой, красотень. Какое красивое место. Смотри, даже люди вон там гуляют. Ага. Зашли в яблоки немножко. Вот, такое яблочко сорвали. Сейчас будем пробовать.
Саша, ты мне какой-то сорвал, вот тут бачок у него не очень. Что? Видишь, бачок. Ну, что, ну ладно, ладно, ну, ладно. Все равно сейчас его выкинем. Да? Не выкинем? Вкусное яблоко. А сколько яблок валяется, боже мой, вообще обалдеть. О, какие крупные. А вон яблочко какое крупное. Ой. Надо попробовать. Обязательно. Ой. Это не такое вкусное. Ага. Ой. Ну как? Главное, яблони такие все, смотри, старые. И они, яблоки-то висят, все можно руками достать. Они все макушки вон обрубили у яблонь-то. Да? Так. Мне дали уже яблочко другое. А виноград это Изабелла. Покажи. Изабелла. Ну, его можно покушать просто. Взять, поесть и уйти. Так, сейчас я, наверное, вот этот возьму. Вот эту гроздочку возьму. Так, только мне ее надо хорошо взять. О, гроздочку. Сейчас будем кушать. Ой, как здесь хорошо, боже мой. Показываю простор. Ребята, рекомендую сюда приехать. Это от Нью-Йорка на север. Потом я вам дам ссылочку. Красота какая кругом, да? Прелесть. Ай, какая прелесть, а? Волшебный виноград. Это же волшебство какое-то, да? Просто волшебство. Прелесть. Ну да. Осы, осы, осы. Сок пьют виноградный. Только вы меня не укусите, пожалуйста. Ой, я уже вроде наелась этого виноградика. Ой, прелесть какая. Ой, прям так хочется все сфотографировать на память. Кукуруза. Мне нравилось всегда в детстве нюхать вот эти вот волокна. Мы из них косички заплетали даже. Пахнет кукурузой так хорошо. Початки. Початки такие. Ну, мы потом возьмем несколько штучек, конечно же. Кукурузное такое вот поле, можно сказать, кукурузными початками. Интересно. Ой, здорово. Так, теперь мы зашли в помидорки. Помидорки вот такие маленькие, черри. Можно будет собрать немножко. Такие помидорки, как помидорки. Для салатика можно будет собрать. Такие красненькие. Угу, неплохие. Угу. Так, Саша у меня пошел уже в какие-то другие помидоры. Он, как всегда,
Пока я хожу, камеры распахивают тут кусты. Он уже все обошел, все попробовал и уже дает мне рекомендации. Вот этот помидор не очень. Ой, как интересно-то. С одной стороны зелененькая, а с другой стороны как слива. Капуста какая-то очень непонятная. Вообще не завязалась, что ли, или вообще какая-то такая. Нету кочана. Ребята, почему кочана нету? Ой, Грейс его обожает, эту траву. Что она дает? Она его жарит. На сковородке жарит, а так до полуготовности и ест. С чем-то жарит этот кейл, а? Там, мне кажется, уже персики, может быть. Так, сейчас пойдем посмотрим. Ой, какой красивый этот кейл. Очень симпатично. Вот это Red Delicious. Тоже такое, да? Похоже? Ну как? Вот такие яблоки, когда живешь в гостинице, на завтраке дают в основном вот такие яблоки всегда почему-то. Red Delicious. Red Delicious. Это ром, да? Да. Ой, это смотри, какое красивое, да? А у меня есть paper towel, хочешь? Нет? Ну, давай пробовать будем. Вкусно? Цветет. Скоро будет второй урожай. Так, вот эти зеленоватые сорт Fuji неплохие, неплохие. Можно немножко взять. А вот здесь сорт Cortland. Вот они с синенькой веточкой. Видите, они синенькими помечены. Так, проба идет. Красные такие, мощные. Да, вот эти яблочки называются в честь меня. Мужу моему понравились, представляете? Берем, берем. Давай берем. В горошек, Гала. Будем брать Галу. Понравилась нам Гала. Представляете? Вот ведь как совпадение какое. И всем она нравится. Многие берут Галу. Хорошие яблочки. Давай немножко их наберем. Боже мой, вот это сады. Нью-йоркцы, приезжайте сюда за яблоками. Да, этих хватит нам, Саш. Знаешь, пойдем вон туда к зелененьким, да? Ой, сколько яблок, боже мой. А это вот эта Гала. Нет, другие? Ой, вот эти нам понравились. Фортуна называется. Крупняки. Вкусняки. Очень даже. Вот такие фортуна нам очень понравились. Ага, хорошо, идем дальше. Идем. Но рвите лучше наверху, конечно, к солнышку, который повернут. Приезжайте. Мы добрались до зеленых яблок. Хватит.
Давай еще какой-нибудь вот крупненький вон там. Вот крупненький, смотри, не все крупненькие. А смотри, вон там серединочки вот шикарные. Или вот это? Не, побольше, он туда дальше крупненький, совсем крупный. Еще. Во-во-во-во-во, оно. Ой, какие яблочки. Ну, хватит. Пойдем теперь на это. Ага. И можно вот этот Golden Delicious взять, несколько штук, и хорош, Саш. Что-то мы заяблочнились сегодня. Ой, заяблочнились. А эти, знаешь, я не знаю, как их... Они такие уже, как вроде... Желтенькие такие. Так, сейчас я вот это сорву. Вот это яблочко мне понравилось. Я тебе яблочко несу. А ты рви разных яблонек. Они ж вкусные. Вкус-то у них разный. Да. Ты думаешь, нет? Как у людей разный вкус, так и у яблонек разный вкус. Видишь, вот здесь какие-то яблоки помельче почему-то. А, интересно, да? Это внутри в магазинчике, где уже можно расплатиться за урожай. А вот эта очередь огромная стоит покушать, купить что-нибудь. Такой вот магазинчик прелестный. Чекал. Это ребятишечки сидят. Sorry. This is going to be a $30 alphabet, and so this will be half price. Ah, okay. Ну что, я пойду. Иди. Thank you so much. Ну все, за яблоки мы расплатились. Вот. Ой, теперь яблоками, конечно, объедимся. Не знаю. Потому что домой приезжаешь, уже такого... Вот такой как бы... Как это сказать-то? Желание, вот. Желания такого уже нет, яблочки кушать. Потому что здесь вот как-то хочется все попробовать. Но много яблок, знаете, что не съешь сразу-то. Вот. Так, сейчас мы идем зверюшечек посмотрим. Ой, побалдеем! Так, где мой Саша? Это сейчас... фарм основан в 1892 году. Представляешь? И до сих пор радует людей. Очень хорошо отдохнуть здесь. Ну вот и уголок живой природы. Ну а вы чем? Кормить нельзя. И люди не кормят, а бы чем. Здесь надо купить корм обязательно. Специальный. Feed the ducks. Окей. Ай, красота какая. Ножка зачесалась. Бе. Это мальчик, да? Это мальчик. Вон тот тоже, наверное, мальчик. Потому что мальчики только так могут дурака валять. Девочка, да? На крышу-то забралась.
Так, вот тут для них есть еда. Мальчик, как его, гладит. Люди едут. О май гад. Good. It's a girls, no? It's a baby and mommy. Baby and mommy and baby. Ну все, нагулялись мы. Показываю еще раз этот замечательный пейзаж. Ой, как здорово. Есть чем тут заняться, что поискать. Конечно, сейчас уже осень, завтра 1 октября. Но все равно еще пока тепло, еще пока мы насладимся осенью. Так, все, идем на паркинг. Устали мы, нагулялись. Ой, нагулялись. Ну вот, все, отбываем. Очень хорошо нагулялись, правда, Саш? Вот скажи, хорошо нагулялись. Хорошее местечко. Вон и с бэбичками, с маленькими гуляют. Господи. И ребятишкам интересно, и яблочки собрать, и попробовать, и побегать, и, ну, не знаю, познакомиться с тем, как растет капуста, как растут кабачки, и откуда берется, например, зеленый этот бин, горох зеленый, длинный, как он растет, и перчик как растет. Ну, очень хорошо. Вот, мы довольны. Да, тут, конечно, в основном яблочные сады. Маршрута. Вот. Немного есть персиков, они уже отошли. Овощей тут не очень-то. За овощами надо ехать в другое место, мало здесь овощей. Вот. Лука даже репчатого нет. Я думала, лука наберем репчатого, свежего такого. Сладкого. Вот тут персиков немножко. В общем, яблоки, яблоки. А, это черешня? Немного. Короче, сюда надо ехать за яблоками. Вот это место называется, ну вы видели, Lawrence Farms. Lawrence Farms. Это штат Нью-Йорк, на север от Нью-Йорка. Какая речка. Маленькая. Thank you.
вопросы. Также вы можете задавать свои вопросы на публичной странице на Фейсбуке Данила Русаков через W.